Здравствуйте, это прогноз погоды на АТВ. Меня зовут Евгений Винокуров, я актер Русского драматического театра имени Бестужева. В ближайшие несколько минут расскажу, что нас ждет за окном в четверг, 26 сентября. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам облачно и сильный дождь. Днем существенное похолодание до плюс 8, зато ночью потеплеет до плюс 2. Ветер немного стихнет, его максимальная скорость 8 метров в секунду. На юге республики малооблачно и небольшой снег с дождем. Днем похолодает до плюс 15, ночью плюс 2. Порывы ветра до 8 метров в секунду. В западной части Бурятии облачно, осадков не будет. Днем холодно плюс 6, ночью минус 3. Скорость ветра до 7 метров в секунду. В столице Бурятии облачно и небольшой дождь. Днем похолодает до плюс 11, ночью плюс 5. Ветер стихнет, его максимальная скорость 8 метров в секунду. На этом у меня все. С вами был Евгений Винокуров. Пусть в вашей жизни всегда будет солнечно. И помните, для хороших актеров нет дурных ролей. Всего вам доброго. Улан-Удэнский ЛВРЗ приглашает на работу обрубщика, маляра, ученика токаря, электромонтера по ремонту электрооборудования, слесаря, ремонтника, монтера путей. Опыт работы не требуется, обучим каждого. Компенсация авиа и железнодорожного проезда в санаторно-курортное лечение работников и членов их семей. Отдых детей в детских лагерях. Адрес: проходная ЛВРЗ, улица Лимонова, 2Б, телефон 8 800 350 43 63.